В аутсайдерах оказались сразу несколько муниципалитетов. Это Краснодар, Лабинский, Темрюкский и Гулькевичский районы. В последнем затянуты сроки по исполнению целого ряда поручений. Например, в одной из участковых больниц с 2016 года никак не могут начать ремонт. Деньги на эти цели предусмотрены в краевом бюджете, однако местные власти так и не подготовили проектно-сметную документацию. По мнению Вениамина Кондратьева, это просто безответственное отношение к работе муниципальных чиновников. Бледнеть перед жителями Гулькевичского района только потому, что такие нерадивые чиновники в Гулькевичском районе, я не собираюсь. Я понимаю, что дальше мне с такими чиновниками не по пути. Вот разберитесь конкретно, только конкретно, мне лично доложите, кто занимался проектно-экспертной документацией с момента моего поручения и почему так долго вносили изменения. И чем это обусловлено? Если это вот такими качествами, еще раз подчеркиваю, в кавычках деловыми, того, кто занимался, ну, не нужно ему этим заниматься. Вот разберитесь и доложите. Всего с начала года в администрацию края поступило около 40 тысяч обращений кубанцев. Из-за отписок местных чиновников многие жалобы дошли даже до приемной президента. По каждому случаю глава региона поручает контрольному управлению разобраться отдельно, а по итогам проверки принять кадровые решения. Мы отвечаем на жалобы, даже не выезжая порой на место. Там, где в муниципалитете легко доедь, посмотри и определись. На место никто не выезжает, но ответ идет на два листа. Коллеги, ну это же чистая отписка. Невозможно управлять муниципалитетом, невозможно понимать и чувствовать, что нужно жителям района того или иного, сидя в своем кабинете. Никак не получится контакта и настоящего ощущения реальности жизни. Если нет результатов, должна быть ротация. Или переезжаешь на другое место работы. Ну или найди себе другую работу, если ты считаешь нужным. Блин, ну создайте эту систему ротации в крае. Когда по 15 лет сидят и жалобам тем же самым, нерешенным по 15 лет проблемам, ну тогда такой мы результат и имеем. Час контроля Вениамин Кондратьев проводит в последний четверг каждого месяца. Эту традицию глава региона завел 3 года назад. На сегодняшний день в стадии исполнения находится 39% поручений губернатора края.